Всем привет! Какое настроение? У меня летнее. Хочется какой-то свежести и легкости. И какого-нибудь вкусного сладкого десерта. А почему бы все это вместе не соединить? Буду готовить фруктовый салат с йогуртовой заправкой. Наиполезнейший витаминный десерт. Буду готовить его вместе с вами, потому что рассчитываю, что вам тоже захочется его съесть. Но для начала его нужно приготовить. Нам понадобится банан, апельсин, киви, груша, виноград, мед и натуральный йогурт. Как вы заметили, все фрукты примерно одинакового количества. Что-то чуть побольше, что-то чуть поменьше. Но так получается наиболее гармоничный вкус. Никто никого не перебивает. Мед лучше взять жидкий, какой-нибудь цветочный, липовый или разнотравье. Просто если мед будет густой, вы просто не сможете его перемешать. Как вариант, мед можете заменить на подсластитель. Тогда калорий будет меньше гораздо в салате. Или вы можете вообще не добавлять ни мед, ни подсластитель, если вы не любите сладость. Может быть, сладости фруктов вам будет вполне достаточно. Принцип приготовления очень простой и понятный. Заключается он в нарезке всех фруктов примерно одинаковыми кусочками. То, что нужно почистить, чистим. То, что нужно помыть, моем. Я мою все. Я помыла даже банан, потому что я енот полоскун. Приступаем к приготовлению. Банан чищу. Нарезаю. Отправляю в салатник. Киви чищу. А вы знали, что киви можно есть прям с кожурой? Я не знаю, кто этот монстр. Просто я даже персики, абрикосы не могу есть с кожурой, а киви это вообще. И нарезаю. Отправляю в салатник. Груша конференция у меня очень крупная, поэтому я использую только половину. Это как раз 150 грамм. Грушу не чищу, только вырезаю семена. Нарезаю кусочками. Апельсин у нас самый запарный. Его, конечно же, нужно почистить. Я ненавижу это делать, поэтому срезаю его корку ножом. Прям вот так, целиком, до самой мякоти. Я использую только филе. Потому что я ненавижу вот эти все пленочки в салате или вот белую кожуру. Все это я срезаю. А еще не дай бог, если косточки попадутся. А теперь отделяю чисто филе. Апельсиновое филе, если можно так сказать. Смотрите, и нервы целые, и апельсин тебе в глаз не плюнул. Все замечательно. И получается довольно быстро. Кстати, делать это можно прямо над мисочкой с салатом, чтобы сок капал прям туда, вовнутрь. Отделили все филе. Драгоценный сок свежевыжатый. Отжали. Теперь каждую дольку тоже разрезаем на несколько частей. И отправляем в салатник. Виноград, если мелкий, то целиком в салат. Если крупный, то пополам. Косточки, если есть, лучше убрать. Виноград можно взять как красный, так и белый. И тот очень вкусный. Я все люблю. Я люблю все фрукты. КБЖУ, калории, белки, жиры и углеводы, а также хлебные единицы рассчитаны мной именно на такой состав салата. Вы можете добавить какие-то другие фрукты, добавить что-то свое, может быть, свежие ягоды. Но тогда учитывайте, что и колораж будет другой. Ну и, в принципе, салат будет тоже немножечко другой. Заправляем наш салат натуральным йогуртом и медом. И все хорошо, но очень аккуратно перемешиваем. Фруктовый салат готов. Раскладываем по креманкам. И наслаждаемся. Приятного аппетита! Украшаем наш десерт веточкой мяты. И сразу можно пробовать.
Это то, что мне было нужно. Все очень быстро, очень просто и очень вкусно. Я надеюсь, вам тоже захотелось приготовить. Тогда обязательно сохраните рецепт, поделитесь им со своими друзьями в соцсетях. Всем вам огромное спасибо за просмотр. Не забывайте ставить лайки и оставлять комментарии. Ну и, конечно же, балуйте себя и своих близких. Пока-пока! Наиполезнейший десерт, еще раз витамин. Наиполезнейший витаминный десерт. Я сказала десерт, салат. Салат, десерт. Еще раз. Но когда они... Тогда и калорий будет меньше.